С вами я, Обрез 234, и сегодня мы будем подписка. Это игра в магазин труду, а лайк выживание. Ну что ж, что же много выберет, подписчиков или лайков? Напишите это в комментах. Ну, давайте мы сыграем в выживалку. Создаем новый мир. Создаем. И ждем. Сейчас, ребят. Мне надо это сделать, как там. Пацан, мне не извиняет. Можешь здесь это? Не могу. Ну, пожалуйста. Что взять? Ну да, который наверху сейчас будет. Возьми. Теперь держи его. Ну, короче, мне брат помог сейчас, и я сейчас смогу играть. Так, ну, первое, что нам нужно сделать, это добыть дерево, как всегда. Добываем, добываем и добываем. Три дерева равно верстак, топор и кирка. Ну, в верстаке. Я добыл 4. Крафтим верстак. И здесь 2 блока. Наверное, вы поняли. Ну вот. Мы получили палки. Ставим верстак. Крафтим топор. И еще здесь двойнитель. Берем кирку и топор. Это не нужно. Ну, а теперь давайте искать деревню для безопасности. Ладно, не обращайте на это внимания. Но мы вообще-то в выживание играем. Ну, я еще домик себе сделаю. Да, может и нет. Цветок нужен. На всякий случай. И добываем коровку. А, иди сюда. Коровка. Это самое важное, чтобы сделать броню. Но главное, это добыть всего лишь алмазики. Так. Да, смог. С 2 ударов. Ну, не, это мешает все. Сейчас. Ну все, я все убрал, теперь можно идти. Точно, еще коровы надо тут раздобыть. Еще себе как быстро. О, курица. Да, я смог как-то попасть в ад, и я расследовал весь мир. Это не было видео еще. Но я впервые делаю свое видео.
Надо много дерева добыть, чтобы скрафтить доски, и для пещеры надо. Ну, еще палки нужны. Ну, в пещеру будет страшно идти, потому что там убьют меня. Кстати, расскажу еще две промокоды в Роблоксе. Ну и первый промокод сейчас появится. Вы можете написать это все в бумажку. Ну, а теперь второй промокод. Это можно тоже списать. Но я вам какую-то и все покажу там. Блин, топор сломался. Эй, что-то не берется. А, все, взял. Так, у меня 7, мне хватит на поножи. На защиту, можно сказать. Так, поножи. Блин. Так, надеваем и бежим. Ищем деревню. Если мне у меня все разрядится, клавиатура, то я сниму вторую часть. Надо найти как-нибудь деревню. Ладно, пока я ищу деревню, я поставлю на паузу. Короче, я уже вижу этот дурацкий лес, где там обитают эти волки. Ну, сейчас мы найдем там тоже деревню. Попытаемся. Наверное, мне хватит зарядки. А то я все вечно... О, тыква. Стоп, мне еще надо тыквы. Вдруг мне еще они нужны. Ну, если вы хотите играть с нами, то это обязательно подписаться на канал и поставить лайк на это видео. Не забывай. И добавляй в дыры. А мы сейчас начинаем выживание. Я еще по лесу проголодывался. Ладно. Блин, зомбаки сейчас появятся. А, бежим. А то меня съедят. Три. Вот мой туннель. А, быстрей. Все, я спрятался.
Фух, я уже бежал от них. Ну, а теперь ждем утра. А тут есть камень? Да, есть. Топ, вода? А, да, это вода. Ну что ж, начнем исследование. Я попробую Майнкрафт пройти как-нибудь сам. Блин, там скелет. А что же делать? Ладно, я устал проходить выживание в нормальном режиме. Лучше я сделаю мирный. А, быстрее, быстрее, пока я не утону еще. А, загружайся побыстрее только. Спасибо, ты меня вылечил. Ой, я на блоке стою. Представиться не могу. Стоп, а где я был? Я что-то забыл. А вот. Дошел. Ну ладно. Ну, это я могу сюда положить. Ну что ж, раз начнем исследование. Стоп, где я был? Так, нам туда вообще-то. А еще там что-то светится. Это идеально. Сейчас, подождите. Ну, теперь я теперь все вижу. Потому что я выключил свет. Ладно, начнем играть. Ой, добывать камень. Точнее, булыжник. А ладно, без разницы. О, уголь, привет. Давно не виделись. Уголь нужен для факелов и для печки. Все, дальше я не могу забирать. Устал я. О, 11. А теперь пошли вниз. Так, найдем, конечно же, мы алмазы. Кстати, да, я смог это получить алмазы. А вот и я. Ну, сейчас я вам покажу его. Так, гардеробная. Ну, и где? А, все, вот. Ну, вот и мой скин. Я реально добывал алмазы, у меня даже этот... А, ладно, пофиг. Ну, я получил этот шлем, когда добывала алмазы. Ну, я еще и это получил. А, да, вот. Это радость. Я подкинул себе алмазы из другого телефона. Ну, там тоже была такая же электронная. Так все норм. Ладно, я поменяю скин. А теперь...
теперь бежим в шахту. Блин. Ладно, попробую другой способ. Мне эта шерсть дурацкая не нужна. Это я могу убрать. Так, ладно. Начнем исследование. А, да, я тут уже был. Какое еще исследование? Выживание. Я здесь не пришел, чтобы на природу здесь радоваться. Ну, где железо волшебное? Точнее, алмазы. Так, где? Что-то не видно. Да, внимательно смотрите. Не обращайся на моего брата. А, все норм. Ладно, где тут? Где этот? Железо. Текс. Ну, я не смог найти железо. Ладно, лучше найду деревню. Дала мне. Уса сюда. Я вам сегодня лайфхак покажу. Ладно, мы заканчиваем это выживание. И сейчас будет конец видео. Выходим. Так. Ну и, короче, я вам покажу. Можно обязательно кататься медленно по льду. Я делаю так, чтобы я быстро катался по льду. Без щитов. Ну, короче. А, ладно, пофиг. Ладно, мне нужен творческий. Творческий и дополнительность. Так, шаблоны нужны. Давай загружайся. Какая же медленная загрузка. Почему я шаблоны не могу? А, все. Ну вот, там лед. Сейчас научимся катать. Быстрей. Ладно, я на. Все, ребята, мы загрузили. А. Я моды никакие не добавлял. А, все, летаю. Ну, теперь прибежи.
Так, короче, заходим в... Так, вот конечно. Ладно, любую водку берем. И ставим его к льду. И смотрите, мы теперь быстро катаемся по льду, а даже мы вертимся. Уи! Ладно. Сегодня это конец видео. Ну теперь всем пока.